Спасибо. Вы понимаете, мне охота поговорить, поделиться последними новостями. Вот, например, недавно мне свекровь прислала обалденный рецепт блинчиков. Я, может быть, хочу со всеми соседями им поделиться. Нам, соседям, необходимо место, где мы могли бы собираться и по праздникам, и вообще без повода. Понимаете? У вас здесь что, йога-центр? Вообще-то нет, но... Но мне очень нужно побыть в тишине. Простите. Ух ты, какая гитара. Максим, положи гитару на место. Вы знаете, дома совершенно невозможно заниматься. Да и ребенка не с кем оставить. Можно я у вас еще два подхода сделаю? Места вообще нет. То велосипед у него, то самокат, то колеса у него не на юг улетают, в квартире зимуют. Тогда почему мы не выбрасываем твои коробки из-под обуви? Вот они, для чего? Можно вас на минутку? Вот мой дом. А вот парковочные места, видите? И я не вижу. Их нет. Припарковаться невозможно. Соседский центр, вместительные кладовые, свой спортивный зал, отапливаемый паркинг и сад ментального здоровья. Для жителей ЖК «Максималист».